Находимся на саратовской земле, вернее, находимся мы с Леди, я и Леди, в гостях моего друга Юрия Ефименко. Вот, такая вот у нас была утрянка, и один гусек здесь еще с вечерки затерялся. Поэтому на двоих норма не превышена. Нет. Никак не превышена. Даже недовыполнена по вчерашней вечерке. Поэтому... Ну, такая вот охотка. Что скажешь, Юр, как была охота? Охота была замечательная. Гуси хорошо реагировали на манки. Хорошо мы их кружили, на кругах ходили. Отдельное спасибо хочется сказать Юрию Ивановичу из Рязани за редбон. Спасибо, Юрий Иванович. Редбончик выручай. Ну, редбон выручай. Редбон окрыляет. Ну, на самом деле мы пользовались манками Rice and Custom Calls и манками Кетнер от Андрея Белова. Два маночка у нас было в фаворите. Одним подальше манили, другим поближе. Много гусей садилось у нас на лужу. У нас там чучела стоят на этой луже. Ближе нам никак не лечь. Лежаки мы решили не использовать, хотя можно было лечь в них рядом с лужей на границе, но отдали приоритет стрельбе во все стороны. Вот, поэтому, ну, в этом и потеряли как бы по налетам. Но зато ни один налет у нас не был нерезультативный. Поэтому вечер покажет, зверюга бегает. Да? Леди, что скажешь? Скажи что-нибудь. Как тебе охота? Понравилось? Рыгнула. Значит, понравилось. Ну что, пойдем в лагерь. Варить. Да, пойдем отдыхать. Варить гусей. Закапывать их в ледник. И отдыхать, готовиться к вечерке. Всем пока.